смысл в том, что ну, в 5. Ну, заходи в какой-нибудь. А, может, собственно? Давай. Давай, три игрока. Заходи. А вот там мало играть. Почему написано игра на 5 игроков, если я сказал 3 игрока? Эй. Хрен тебе, не три Давай наберем что-нибудь в игрока. чате. Что-нибудь цензурное. Так, у меня запись тоже идет. Не, ну, у меня просто сейчас будет немножко так... Минусы. Я просто мышкой постоянно буду сейчас показываться. Играть за область экрана захватывать. Гоу к нам Ты ничего забирать не видишь стол. еще при этом? Но я все вижу. Фугопопки! Не, мы же, я не хочу. Друзья, го к нам за первый стол. О, Отлично. началось-то, чё такое Сказал, что происходит? открывается новая вкладка. Я просто реклама, короче, тут. Что-то происходит. О, Макдональдс! Блин. Окей. А я все залагал, На что Малас убивает. ожидаем. На Малас ожидаем. На Малас Засрал ожидаем. зала. Игра сейчас сразу, как только в нее вступит заявленное количество игроков, но не позднее, чем через 2 минуты 30 секунд. Причем меня выкинуть. Кока-кола! Меня выкинуть, если я в течение 2 минут не зайду. Мой компьютер не даст мне зайти в течение 2 минут. Южная Корея, ну нафиг. Черт. Какая Южная Корея? Не, ну тут я смотрю, короче, Макдональдс, США. Samsung, Южная Корея. Мы тебя ждем до сих пор. Загрузка игрового Я пока поля. тут защу. У меня идет загрузка игрового поля. Окей. Я тут все, короче, что можно там. Дошла до Я полю свои 97% достижения. восстановилась. О, 100%, наконец-то. Звук гонга. Вот, тут посмотреть, сколько у меня всего. Да, Осталось сделать и ну ты все. хотя бы До смысл, ты метро знаешь смотрю. игры? Выкину всех игроков, чтобы они Да, обанкротились. скупаешь, короче, хрень, и потом ставишь там акции покупаешь. Хотел сказать, Ну, ставишь я дома. догадаюсь. Я Да. думаю, мы проиграем раньше, чем тебе кажется. Так мы ж вроде как по разные стороны стола. Не имеет значения, мы все равно проиграем. О, мой ход! Да неужели? А какого я цвета, кстати? Какого? Ты красный, я синий, вот справа видно. Видишь справа? Ты самый верхний. Справа. А, я синий, я синий, факт. А Ну, где я? А, я на нет, ты на Даноне! шанс. Нет, на дано не я. Я Груша. синий, я на Данон. Так ты синий, ты красный, я синий. А, нет, тогда сказал бы я красный. Я красный, я на Шантина. Окей. Потрясающая игра. О, реаль. Сколько у меня вообще денег? Много. Предложи сделку, я брошу кости, пожалуй. Первый такой ход. Покупай Швейцарию. Конечно, Ой. купить, блин, я никому не отдам. Сейчас, 2, 3, 4, 5. Так, мне надо, чтобы мне 5 выпало, тогда все будет. Мне Я все с тебя будет. сдеру Да все нет. налоги. Ты Я должен. будешь на Отлично, налог. теперь я должен еще и давать бабки Ой, я кому-то. Вольво, ё-моё. В машинах не разбираюсь, ну ладно. Ты долги выплатишь. Пать снимаешь, блин, долги, тупые долги. Глупые долги, правда? Самое прикольное это России купить. Газпром, Сбербанк, Лукойл. Все. Тогда все будут попадать и платить тебе бешеные деньги. Сбербанк. Давай для начала я куплю машины себе. Начать за то, что просто все ходят и все скупают. Все, что видят, все, Ну что так я нужно. знаю. Блин, ты тоже, блин, Вы должны ровно заплатить 1 золото. владельцу. Отгад. О, что тут розовенький. Фак. Так у него еще и смайлик наверняка задонатил. Донат. В этой игре есть смысл доната? Ты чё? Ты чё? Я хожу 2 раза.
Козел. Как нечестно. Читер, полюбасы читерит, надо написать, что читер. Я что, блин, кто дубль выкидывает, тот дубль выходит. Читерит! Я надо написать, читерит. Ты Сбербанк купил. Тот Сбербанк. Там самое прикольное еще. Слушай, если ты купишь Лукойл, я могу тебе что-нибудь там поменять. Чтобы типа умоляли. Что меня. Поменять? Чего угодно. Умоляй меня. Умоляй меня. Ура, я хожу, наконец-то. Умоляй меня. Потрясающая игра. Обращайся со мной как вещи, назови мне вещи. Купить, конечно, купить. О, США. Force Motors. Я машины скупаю, у меня сегодня машинный день. Что там у меня? Какая-то... Тихо, я думаю, ничего не менялось, если бы я сейчас бы поесть, принёс бы себе. Не-не-не, ни в коем случае. Тут нельзя отвлекаться на секунду. На этом рынке. Чуть не так и все. Да, сложно. Так сложно. Так. Надо, чтобы ты выкинул 5 конец? Или 8. Если ты выкинешь 5 или 8, будет четко. Налог? Или какая-то, не знаю. 4, нет, это плохо. О, Rolex, Rolex. Rolex. Я Rolex, я часы еще. Нестрея гадость. Может будет скоро. И пока норм. Корее же всего. Понял, в чем прикол? Смотри. Ну, каждый раз, когда ты попадаешь на поле, то, короче, ты платишь какой-то налог. А, например, Южная Корея, понял, их всего две. И... Чем, ну, чем больше у тебя куплено, нет, вот, корейцев, Корея, тем это, больше смотри, налог. Сколько ты выкинул, столько ты платишь. Если ты владеешься владельцем одной Южной Кореи, то, короче, сколько чувак выкинул, столько он тебе заплатил, понял, в четырехкратном размере. А если двух, то сколько он выкинул, по-моему, на 10 умножается, он тебе платит. Корея сама... Ну, так умножение. Корея забрал зеленый чувак. Я думаю, он мне её не отдаст, потому что он лох, и кроме её... Оооо! Ничего нет. Газпром! Офигеть! Дай мне Газпром, твой! Я Макдональдс хочу купить. Ну, или Кока-Колу там, на всякий пожарный. Макдональдс. Да, давай я тебе обменяю там какую-нибудь... Давай я тебе обменяю, не знаю... BP на Газпром. Ага, сейчас же. Газпром захотел, 50 штук стоит. Мне выплатили 50 тысяч, ты чё? Конечно, тебе выплатили 50 тысяч. Ну так. Ты хочешь, чтобы я тебе Газпром свой отдал? По-братски прости, что пару миллиардов. Конечно. Ха-ха-ха, сдался лох. О, теперь Корея свободная. Блин, надо было ему сделку. В смысле свободу? Ну, видишь, Корея, ну, она была у него вот внизу, Hyundai. О, у меня дубль. Да чё тебе дубли, Прус? Это нечестно. Вот плати долги. По долгам рассчитайся сегодня. Да ё-моё. Скупает Германию только так. Адидас надо купить, мы чётким. О, кому-то 12 повезло. О, страшное поле попали. Норм. Мне надо семерочка. Семерочка надо. Давай, у тебя счастливая рука. Мышка, да? У тебя счастливая рука. Ну, мышка в смысле. О, банкрот уже. А чё тут банкротом стал? Я говорю, он ливнул. Он ему двух. Ливнул. Да мне... Да, но... Сейчас я еще один надо будет выкупаться, а нет? Да. Да ё-моё, я мне долги одни, козлы. Чё ты мне их даёшь? Одни долги. Я нахер мало. Надо Sony купить. Sony классно. Вот ещё один ход, так выбросили дубль. Ну, конечно. Да я вижу. Я вижу, что ты читеришь, что да, но он... читер. Он мой. Мне давай. Давай бабло мне сюда, давай.
Майонешь. А Сбербанк тебе не нужен? Нет, Сбербанк нет. А по-моему, да. Любимый банк. О, да. Давай. Я вообще не признаю банки. Глупость это все с банками. Отдавайте мне свои денежки. Банки максимум показывают только несуществующий долг, который нарастает. Как назвать видео? Мне интересно. Как монополисты, баскетболисты. О, я могу Adidas купить. Я, видишь, я Adidas хотел, я опа, Adidas. Давайте сделаем. Оп. Нет, я Adidas купил, все. Чё ты хочешь? Я тут Adidas. Я чёткий парень, семок не хватает. Есть что-то по семкам? Лукойл, почти семки. Только чёрная. Чёрная и жидкая. Так, ща. Я не отдам, ты чё, издеваешься что ли? Я ж попаду туда, и мне придется платить в 2 раза больше. Ща. Ты подумай. Я не приму. Вот все, подумаю над этим предложением. Компания сразу, Adidas? Сразу две штуки, итальянская хрен взамен на Германию. А покажи, а где оно? Так я тебе предложил сделать, как ты увидел. Версаль я вижу. Ну, Данон. И Версаль. Данон. Версаль и Данон. Ну, блин, как я могу не согласиться? О, давай. Я думаю, ну блин, у тебя Adidas тогда будет, ты, блин, рулить будешь. А у тебя будет эта штука. Ну ладно. Мне придется это сделать. Сделка. По-братски как будто. Поздравляем вас, говорит, ну блин. Работает мастер. Я еще пофигу хотя бы. А где это? Звездочки мои, я хочу звездочки. Тебе в ванную надо? Он душик. Ну, без горячей воды, правда. Ни хрена себе, он купил себе, он уже акции покупает. Которые в Америке. А, не, он не покупает там акции. Опа, на Royal Rolls. Rolls-Royce. Короче, машины. Rolls-Royce, больше машин. Rolls-Royce. Так, он все понял. Выплачивает долги там, давай. Плати долги. Блин, тут все куплено. Зато мои есть компании. My company. Я могу купить акции. Диме купить акции. Давайте в Adidas. А что это дает? Типа больше. Ну, блин. Тебе платят больше? Да. Я тебе заплатил. Купил акции, братан. Ой, блин. Короче, кто будет продать на Adidas, тот будет мне 110 штук платить. 110. Теперь 110. Теперь будет, да? Типа с благодаря акциям. Окей. Ну это прикол, что когда ты собираешь, понял, все одинаково, например, всю Германию или там что-то еще. Ты. Можешь увеличивать их доход? Да. Ну, например, если я собрался в Германию, я могу на любой Германии купить акцию, понял? И типа, когда ну, я попадаю, понял, будет платить мне больше бабок. Если я еще, короче, Siemens и Mercedes-Benz куплю, то, короче, все, мне будет платить просто бешеные деньги. Ну, с тобой мы договоримся. С тобой мы уже дела по делу. Во, вот это норм, IKEA теперь. О, ты купил Швецию. Да. Я не очень разбираю швагов. Вроде да. Это Швеция, да. Да у тебя можно вестись просто и посмотреть, что за фигня. Херсоне надо. Блин, зеленому что-то вообще не подфартило. Поддавал. Кстати, я монополист. Я монополист. В IKEA и Volvo. Я в Швеции монополию устроил свою. О. Типу чуть-чуть не хватило, чтобы попасть на этот самый. На Adidas домой. Сейчас бы он тут получил. О, Sony. Я говорил, чтобы монополии не было. Я тут оп, и Sony купил. Мне бы было побольше.
Ты тут? Да, да. Ты тут вроде бы. Я здесь, я здесь. Это хорошо. О, типа тебе платят. Тебе платят? Тебе. А мне платят. Хо-хо-хо. Давайте сюда. Баблишко. Это всегда приятно, когда 25 евро заплатили. 1000 евро. Я раньше думал, что покупать можно, понял, только когда я стою на них. Кажется, покупать можно. Вы получаете. Вы даете. Стоит мне отдавай брать Макдональдс и Джорджи Армани за компанию Rolex? Еще как раз. Думаешь? Нет. Компания Макдональдс и Джорджи Армани передается мне, но за Rolex. И у него будет монополия в Rolex, понимаешь? Где? Швейцария. Не, не давай, ты что, издеваешься? Я не хочу. Так я сам же, я не хочу. Нет, так она монополист. А то получаем, а то так. Получили. Я не принимаю ваше предложение, сэр. Плати мне. Пошли вы нафиг! Сейчас бы заплатил еще два раза дороже, по-любому. Ты читак. Да, и да, такие, блядь. Второй же чек на Мерседес попадает. Надо было на Мерседес покупать, а не на Адидасе. Ладно, сейчас куплю на Мерседес. О. О, да, плати мне. Платье полное. Ой, за Rolls-Royce. Давайте акции купим. Мерседес. На Малас докупает акции. Mercedes-Benz нас вот здесь купал. Отлично, все. Я не отдам тебе Газпром. Газпром мой. Нет, я тебе отдам Сбербанк с Лукойлом сейчас. Только я еще не придумал за что. Нафига. Чтобы у тебя была монополия. Мы же как бы в пачке играем. Так у тебя две компании, у меня одна. То есть тебе выгоднее, чтобы у тебя... А, у тебя Швеция есть. Газпром. Ну, монополия у меня есть. Одна монополия и компания Газпром. Ну так давай, либо ты мне отдашь Газпром, либо я тебе Сбербанк с Лукойлом. Газпром. Не, я не отдам. Газпром. Газпром. Я ж попаду, оно ж дорогое, да черт, ты че? Издевайся, что ли? Если у меня будет Газпром, я буду вообще владеть там самым дорогим. У тебя, кстати, бабла маловато. А, я знаю. 56 тысяч. Капитал у тебя норма, так? Так я ж когда прохожу, когда мы проходим через левую верхнюю 200, клетку, я да, знаю. Получаем 200. Но ты еще не прошел. А там по пути я мой уже... Газпром. Я могу, блин, Хеннесси заложить. Короче, запомни, никто, Газпром никто тут рулит. Никто не понимает предложение, блин, всем пофиг. Так, блин, там весь смысл в монополии, там, что ты создан. Ай, блин, чё, долги, долги. Опа-на, мне сейчас коммерческое предложение, на которое я скажу, suck my balls, и всё, до свидания. Кто? Я не отдам, у меня компании больше, чем у вас. Он просит Rolex, да? Ага, suck my balls, вообще, офигеть. Rolex. И он опять Canon и Джорджи Армани. Ты чё, офигел что ли? Нафига мне твой Армани? Армани Гуччи. Бывает и лучше. Если ты возьмёшь Армани, ты можешь торговаться с Фугой и получить ещё вот этот вот коня, короче. Феррари. Но ты не получишь. Так он не отдаст. Если он умный человек, он не отдаст. Ты чё? Ну вот именно, поэтому нет смысла Армани. Нет смысла Армани брать. Хочу Газпром лучше стать. Ты можешь, короче, попросить у типа колу. Смотри, чувак. Ты когда будет no. код, у желтенького попроси у него колу, короче, и Лореаль. А взамен отдай Висейч. Все равно розовый не согласится. Зато у тебя будет, короче, понял, Лореаль, и я тебе потом Хеннесси отдам. За Sony, за что-нибудь. Ура! Walt Disney, я буду мульты снимать. Я American Boy, я буду с тобой. Я черта Walt Disney купил, а вы нет. Попадайте вы не все, владеете такой. Попадайте все на мой Мерседес, попадайте все на мой Мерседес. Мерседес, пожалуйста, Мерседес. Сбербанк на вас. Сбербанк рулит. Поменяй, короче, типу, висейч на колу. Ты реально будешь в выигрыше.
Понял, если, короче, так не факт. Если попадает на Disney или Ford, платят тебе по 50 штук. Или в нол. Лох. Мужик. Ожесточенная борьба. Rolex. Ох ты ж ё. Осталось вытеснить того типа. А стоп, а как ты его вытеснишь уже? Всё. Клигага оффлайн. Зато у меня дубль. Да, это дубль, ты дорого поплатишься. У меня три дубля, ну два дубля было уже. Три дубля! Форс-мажор. Да задолбали форс-мажорами, я сейчас разорюсь, фак. Так ты можешь продать, я тебе... Я ж не могу так. Ты всегда можешь продать мне Газпром. За 500 тысяч. Я не продал. О, вот и попал на Адидас. Ты думаешь, я так просто сдамся, ты чё? Ты меня не знаешь. Я знаю тебя. О, прибыль 150 тысяч. Мне везет. Мне нет. Я тебя не оскорблял. Ну какая разница, эта игра такая? Давай сейчас 2-2. Я бедный! 11. Есть! Вот они, денежки. Давай что-нибудь желтому предложу. Чего можно предложить? Попкину. Попкину? Но Корею я ему не отдам. Хорошо, ладно. Так у него ничего нету почти. Он нам платить будет, если что. Он или тебе нету, смотри, у него... Феррари осталось, кола. Блин, например, я ему дам, и Хеннесси. Фиг с ним. А заберу у него Феррари. Так у меня Феррари. Феррари не у тебя, у тебя... Думай. Ну будет. Ну у меня как бы часть компании. Смысл Феррари забирать. Думай, Попкинс. Попкинс. Попкинс, ну, давай быстрее. Не думай, давай, согласиться, давай, давай. Согласиться. Ну как вариант, он может. Я тебя потом поменяю Феррари на Газпром. Я не обменяю свой Газпром. О, слушай, согласился. Мой Газпром. Ты понимаешь, что Газпром тебе даст столько бабла? Я не обменяю. Налог. Ну давайте. Черт. Ага! Сейчас в минуса тоже пойдешь. Так, я попал на налог, а не на штуки, где я мог и подняться, и опуститься. На шанс, в смысле? Да, ну или форс-мажор. О, четверочка. Давай сюда. Бросить кости, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Дубль. Давай. Задолбали! Ё-моё. Я только трачу, я... Одни траты. Хорошо. У меня нет долгов, ура! Я посижу на таможне, пожалуй, тут безопасно. Газпромчик, значит. Я не пойду на Газпром, я не отдам тебе Газпром. Там у тебя тогда бабла будет дофига, я ж знаю всё. Короче, значит... Я тебя заплачу. А, деньги, черт. Жадность еврея. Нифига себе. Я хочу. Ладно, мы ж друзья, типа. Друзья за деньги тоже норм. Тоже друзья. Ничего, ты попадешь на мою просто фишечку. Сейчас мне капец будет, раз, два. Да. Я на Соню попадаю. Сейчас... Привет! Ты мне долги должен выплатить. Всё. Тебе нравится платить за Sony? Мы поговорим иначе, когда ты попадешь в Россию. Вы мне платите за... Ты труп вообще, понял? О, дубль. Налог. Да пошли вы нахуй! Задолбали. Я тебе говорю, налоги страшная вещь. Я знаю. О, форс-мажор. Штраф. Штраф и налоги, блин. Одни налоги. Что вы делаете с моей жизнью? Ладно, да. 7. 7 это что? Это моя компания, все в порядке. Короче, у меня Германия. Пожалуйста, на мою, плиз, пожалуйста. О, убытки, убытки, вот брат.
Жалкий банкир. О, куп... О, отлично. Есть. Какая-то хренька, да. Все. Ну, наша главная цель, чтобы... А, я не могу купить! Длительный аукцион. Я сразу покинул. Понимаешь, что тут... Козёл, он... Зачем ты начал аукцион? Я надеюсь, что я не куплю кубит этот чувак. Так у меня вообще... Я надеялся. Не покупай. О, Америка, из Америка. Тогда покупай. Я купил. Я с Германии, в Германии. Приедешь в Америку, поговорим по-другому. Ты ко мне в Швецию заедь. 4, 6, 10 или 12. Тогда он попадет. Налоги. Тупо налоги. Давай, выкини. 3, 4, 6, 10. Опа, стрел, он сейчас со мной. Стрел. Тупо добазариться хочет. Он по-любому хочет мне продать Америку. Но я-то знаю, я думаю. Я ему хрен че дам. Мне и так бабла нету. Если Америку на Нестле, то это нормально. А вдруг попаду на Нестле. Америку на Нестле нормально поменять, потому что на Америку чаще попадает, чем на ролик с Нестле. Ой, в смысле, Америка. Компания Toyota и даст мне 1000 за ролик. Ты чё, я... Что? За кого он тебя ты принимает? Он чё, за дуба меня, что ли? Я Тойоту, при том, что у меня даже Япония несёт, ты офигел, что ли? Знаешь, что 1000 это вообще обидно, как такой 1000 даёт, знаешь? И вот такой, ну, по 1000. Да, даже... Не уважает вообще. Урод. О, отлично, 6, ха-ха-ха, плати не дуба. Плати Германии. Я сейчас ещё на Газпроме акции куплю, и всё, вы все будете получать. Германия. Шанс. О, видишь. О, я сэкономил бюджет. 100 тысяч. Yeah. Акция стоит 200. Yeah. На, если на Nestle попадешь, тебе капец. Давайте на Сбербанке. Полюбаться снимет с тебе. На Сбербанке, короче, акцию покупаю. Привет! 2000 отбашлял 2000. А вот если бы ты в Америку, приедь в Америку в Макдональдс мой, я тебе покажу, как там живется, я тебе покажу жизнь. Такую еду ты никогда не пробовал, понимаешь? Жирную. О, Джорджи Армани, вот я и пришел к Джорджи Армани, который не очень стремился. Ребят, я монополия все. Монополия у меня на Швецию, на Италию, почти на Америку, вот на Францию бы, ну на Францию нет, к сожалению. Чё-то Великобритания одна. Ну ничего. 3, шестерочки. Фак, Кока-Кола. Я бы сейчас бы, знаешь, взял бы купил у неё компанию, кстати. Если бы Кока-Коле можно было бы. Я бы сейчас купил Хунда. 3! Блин, почти Хундай. Ну да. Я тебе плачу. Мы его зажмем, не волнуйся. Зажмем, у меня уже бабок нет. Ну у тебя зажмем тогда. Слышишь? Блин, хватит. Привет! Хватит, блин, сосать из меня бабло. Это Япония, друг! Есть идея, Крис, смотри. Если, короче, я тебе сейчас... Газпром, Сбербанк и Лукойл продам, у тебя, короче, вообще полполя будут твои. Я знаю. Тогда я проиграю. Но ты-то сдохнешь? Да, но я-то сдохну. Острел, он опять предложение. Знаешь, что по уровчане писать? Знаю. Вот можно сказать, что... Да, надо будет цензурить, но ты ж можешь ему написать, типа, засунь свои предложения в печку. Сожги. Toyota Coca-Cola предлагает на Danone и Rolex. Так, подожди, Toyota, Danone... У него раз будет и... Нет, Danone. Rolex ему вообще не отдавай. Ни за что. Да я не отдам, ты чё, издеваешься? Ой, если бы ради Toyota... Если бы Toyota Coca-Cola на Danone, то это ещё нормально. Так у него монополия будет? Не, ребята, вы чё, офигели, что ли? Я ж понимаю, зачем это всё готовит. Мы умные люди, мы так не сдаемся. Сейчас
Ты знаешь, короче, имя пропадает. Если, короче, не все... Привет! Долги. Долги. Все мне платят, все башляют. Сейчас ты мне заплатишь. Сволочь. 44. Ну и пошел ты. Ты еще без акции. Германия. Германец долбанный. Ну да, мне повезло на Siemens попасть. Siemens фигня. Samsung лучше, у меня Samsung, он еще до сих пор работает. О, сейчас будет еще инфа. Ты видишь, что это хорошо? Да, у меня что-то всё моё. Сбербанк. Начиная от Siemens, заканчивая до Газпрома, тут четверть поля почти все мое. Лишь бы не попасть в тюрьму. А если же я попадаю в тюрьму, я просто не могу, понял, ходить и покупать. Я могу покупать акции, то есть я просто буду стоять без долгов. А я хочу купить Корею. Зачем? Чтобы у меня была Корея Южная и та, и та. Нормально. У меня 26 тысяч осталось. Полностью. Башляй, нет. BBC хотим, хоть и BBC. Америку отдай, слыши. А не, это не Америка, это Британия. Британия. Фигня. О, слышишь? Ну, короче, ты сейчас его разоришь, походу. Давай махнёмся. Не, у него ещё много бабла. Давай махнёмся. На что? С ракет за BBC. Или Rolls-Royce. Rolls-Royce? Ну, блин, уже. Нет, от того не очень много бабла приходит. От Rolls-Royce? Ну вот, я тебе сразу дам 40 тысяч. Ну, 40. Ты мне Rolls-Royce. О, да, он не... Не, еще не время, понимаешь, еще не время. Задолбали. У меня одни убытки. Я так разорюсь. Да зад... Хеноси. О, отлично. Сейчас я вообще сейчас в нули пойду, блин, серьезно. Привет, Номала. Как? Чё, как давай? Сидится? Значит, даю я тебе... Сорок штук за Rolls-Royce. Ты за кого меня принимаешь, Номала? Где он хотя бы? Ну, он в самом начале. Хрень, которая, блин, тебе по две будет приносить, на которую никто не будет попадать. Уверен? Ладно. Я не так... Может, и будет... Мне хотя бы 2000 надо. Ты понимаешь, что я только что туда и попадал? Понимаешь, что нет? 2000. Могу дать одну. Ты что, издеваешься, что ли? Наркоман, что ли? Чё? Хочет он тут, понимаешь? Это максимум. Спасибо за предложение, но, пожалуй, я пас, сударь. Я не приму его. Я почему не могу больше трех предложений? Потому что задолбался. Логично. Да сколько ж варто? Не, ну так он ко мне придет просто. О, ну все, короче. Он тебе 100 выплатил же, правильно? Угу. Блин, у него 150 штук плюс. Пожалуйста, на мою, давай, мне надо бабло. Он опять готовит предложение свое, ну-ка, урод. Почему он для меня не готовит? Я не готов. Слышишь? Ты понимаешь, ты не готов, я уже готов. Он думает, что я не знаю, как. Готов для меня предложение. Эй. Боже. Пусть для меня тоже готов. Тебя. Я Данон. Я не отдам Данон за 100 штук. Ты чё, офигел, что? Данон за... Да блин, ну что, дурак, что ли? Я за 100 тебя ролл... А, он же не видит своей сделки. Да. Что, давай иначе. Я, короче, ему... Что интересует? Смотри, он пишет, что тебя интересует. Ну, малыш, что тебя интересует? Тойота. Напиши, отдай все компании. О, видишь, 28 штук. Как изи. Так, давай.
Предложи мне Тойоту. Тойоту давай. Но если за Германию или за Россию, то нет. И я ему Корею не отдам. И в принципе Корею, потому что это бесполезно. Короче, я могу ему либо бабки заплатить, либо отдать BBC. Хотя Корею я ему не отдам. Так, блин, BBC ему круто. У меня помимо России и Германии вообще хрень одна. Получаете Toyota, отдаёте BBC и Samsung. Ты мне дашь потом Sony? Вряд ли. Sony сколько приносит? Sony 18. Ну, нормально. Чё, Газпром мой приносит 100. Давай, подумай. Ну так, отдай мне Газпром. Так я тогда останусь без всего. Как это? Нифига себе без всего, Лукойл, Сбербанк, Газпром. Windows, нет, не сейчас Windows. Какая-то хрень, что-то там, цветовое, что-то там. Давай потом как-нибудь еще. Ну думай, мужик. Думай. Быстро. За Тойоту, что ты отдал им? Блин, ты отдал им половину компаний верхних моих, которые появились. Твоих? Они должны были быть моими. Это как бы мои потенциально были. Давай. О, дубль. Сволочь! Задрали. У тебя 18 штук. Не сдай. Я не выжил. У тебя еще повторный. Да, форс-мажор. Заложить компанию. Чем мне заложить такое? Роллс-Ройс, Данон, вот и все ересь. Главное, Америку не закладывай. Макдональдс и Дисней не надо. Роллс-Ройс, Данон, по-моему, тебе хватит. Или нет? Данон. Я пожалуй, Данон. Давай я тебе заплачу, блин, бабки. Ты их выкупишь. За Sony. Нет. Почему? То есть ты лучше будешь закладывать компанию, чем отдашь мне, блин, какой-то фотоаппарат. Или что-нибудь телевизор делать, я уже забыл. Canon фотоаппарат, да. А что залаживать такого хорошего? Ну, можно этот... Главное, ролик... Как его? Walt Disney. Не, я же говорю, Дисней, можно? Америку не надо. Америка тебе ну приносит... вот именно. Чувак, по 100 штук тебе приносит Америка. Ты что, издеваешься? Ты лучше заложи там, не знаю, IKEA. Ну вот именно. Тебя... Sony надо заложить, понимаешь? Не закладывай, только не Sony. Ты что, издеваешься? Нет, не надо. Бомбик, давай бредом играть. Оно как-то выйдет, все равно победишь. А дай мне деньги просто. Дай деньги, мужик. Серьезно, надо. Я тебе могу. Подожди. Давай так, я тебе даю деньги, ты мне отдаешь какую-нибудь хрень, а потом ты за эти деньги выкупаешь Sony и меняешь мне эту хрень обратно на Sony. Ты же заложил Sony, я могу у тебя ее попросить. Хорошо, сколько тебе надо? 200? У меня 78 тысяч. Да, давай. Ну, чё, какую хрень я у тебя заберу? Давай. Икею с Volvo. Не, Вольво, ты чё? Чувак, я тебе их потом обратно сразу поменяю на Sony, как только ты её выкупишь. Смысл okay. Этой хрени, если, ну, Sony, блин, я за Toyota, блин, отдал. Я так понял. Чё, сейчас знаешь, разорился обои? Нет, прибыль 150. Да хуй чё? Хрен я знаю. Отдам Кова за Rolls-Royce и Rolex. Кому тебе? Да я не знаю. Rolls-Royce и чё? Нет, блин, Rolex он просит. Я получаю Coca-Cola с Rolex, ты... Нет. Rolls-Royce. Да, нет. Конечно нет. У меня компании меньше стало. Нет, если ты, короче, получишь школу, то у тебя будет, понял, 4 Америки. Это будет по 200 тысяч на каждой. Это очень много. Понятно. Получит Rolex. На все что угодно, кроме рот. Все, давай. Так, выкупить компании. Да, выкупаю Sony, я. Мне их на Икею и Вольво. Sony менять на Икею? И Вольво. Ну, можешь просто на Икею. Я ж не против. Кому вы хотите предложить сделку? На Малас. Блин. На Малас. Икея и Sony. Фак, где они? Ну, Икея и Вольво справа сверху, а Соня
Соня. Рядом с этим кругом. Окея. Предлагаю Окею и Соне, да? Окею, блин, да. Меняемся, да? Типа так. Да. А Вольво, ты мне оставляешь? Она тебе не нужна? Я не знаю, что я делаю. Так. Не, я могу опять, конечно. Все должно быть по-честному, давай. Все должно быть по-честному, конечно. Мне твоё Вольво не надо. Мне не надо твоё Вольво. К черту Вольво. Мне жалко, что он готово приезжу. Мне все равно деньги надо. Теперь у тебя половина таблиц, понимаешь? И сейчас, смотри, что попаду на твою компанию. Или на его компанию. Нет, привет! На мою попал, привет, медведь. Все. Привет. Короче, у меня где-то, ну да, у нас с тобой где-то по половине. Он владеет кучей компаний, но очень мелких в самом начале. Да! Причем он не полных, да? У него нет полных компаний. Да, у него ни одной полной компании. А нет, у него есть Британия, все. Ролик закладывать? Блин. Как думаешь? Нет. Лучше заложи Rolls-Royce. Ты долбанный Rolls-Royce. Хундай, так вообще за всю игру так никто на Хундай не попал. Один чувак сразу ливнул, когда обанкротился. Опять Windows. Чё-то мне выносит. Не хватает у меня. Чё в такое хорошее заложить? Ну не Rolex. Ford я не заложу явно. Макдональдс? Чё? Ну Rolex заложи, ты всё равно... Я же говорю, Америку не надо. Америка тебе по стольнику приносит. Ну я у этого же... Ну вот. Чё это такое? Смотри. Блин. Чё за бред еще? Какое-то предупреждение. Я думаю, блин. Они мне мешают думать. Давай я что-нибудь куплю. Смотри, ты можешь... Если тебе вообще тяжко, ты, короче, можешь Rolex ему отдать. За колу и... Не. А ты чё, издеваешься? Он тогда... У него будут эти две штуки, зато ты не обанкротишься. Да мне не страшно, у тебя будет компания. Я на Лукойле. Сейчас он думает. Пусть. Не, подумал такой, черт. Думает, да не задумывается. Форс-мажор. Штраф 50 тысяч. У него бабла много. Понял, я сижу с включенным светом, там разговариваю, все заходят, говорят, ты типа мешаешь, типа, иди спать. Я себе говорю, нет. Ты мешай. Да, я мешаю не столько разговор... Нет, наоборот, хотел сказать, не столько включенным светом, столько разговорами. Чё, может акции купить? Где вы? Всё надо. Не, вы далеко от меня, не буду акции покупать. Блин, чувак, вот верхнее поле, да? Единственное, куда я могу попасть, чтобы не заплатить, это шанс. Я попал именно туда. Напиши ему 200к плюс кола. Так со мной так... Он же тебя может обмануть, кстати. Со мной так не получится с заложенными компаниями действовать. 200к и кола. Не, вот за это можно. Но, по-моему, ты уже не нуждаешься в деньгах, потому что у тебя уже 356. Можешь даже выкупить ее. Сейчас. Кола в плюс 200к. 200к! Задолбали. У нас уже ожесточенные. Может акции купить? По 6 тысяч. Это не ожесточенные, это задалбывает, когда ты каждый раз на чужие попадаешь, а не на свои. Ладно, еще раз. И потом куплю акции. Армани, ну ладно. Хорошо, давай. Интересно, он хорошо подумал? Я... О, это ты мне бабло принес, окей. Я буду Максу покупать, пусть будет Тойота.
Кстати, учти, что Hyundai еще никто не купил. Несерьезно. Господи, что про. Блин. Если бы Кова была твоей, я бы сейчас 200 платил, а не 25. Несерьезно. Я хочу Кову. Хорошо. Ну блин, он же хитрый, га. Я хочу пить кока-колю. Вот. Я отстоял. Несерьезно, это у тебя. Жестоко. Данон куплю за 150. Не. Тогда у него будет монополия, это вообще не рулит. Все. Или можно Данон обменять на колу? Как думаешь? Данон на колу, он не поведется, он скажет, что это несерьезно. Ну давай. Как ты Данон ему дашь, если она заложена, она не твоя, понял? Когда закладываешь, она не является твоей. Комплекс, мужик, тебя комплексы слышишь? Комплексы на этот счет. Я Hyundai купил! Я Hyundai купил! Ура, Hyundai! Наконец-то. Южная Корея, мать я. Hyundai купил. Все, давай я у тебя его перекуплю. Зачем? У тебя нету Hyundai. У меня вообще хоть какое-то поле должно быть. У меня да и не поле. Не поле, ну. Просто назови цену. Не продается. Hyundai. Hyundai не будет продаваться. Не серьезно. Штана, конечно, это так жестко, знаешь. Штана. О-о-о! Ну блин, я поплал фига. Да, у него, кстати, 800. Ну он просто, в чем смысл? Он же акции не покупает. У него нет ни одного стака, он акции не покупает. О, за 300 он потратил на твоих. Я на Газпроме сейчас акции куплю. Кто-нибудь попадет и все. Мама, не горюй. И мне жопа, да. Я знаю просто, кто пойдет, понимаешь? А ты, по-моему, да, ты попал на таможню. Радуйся, тебя арестовали. Да, я, кстати, мне больше это нравится. Ладно, я пока видос на другую поставлю. Не этот, конечно. О. Компания заложена, у вас нет долгов. Нет долгов. И не должно быть. Ты же сейчас будешь выкидывать дубли. Не надо, не хочу. Это больно. А, это меня кинуло сюда, окей. Ну ты когда подашь на таможню, тебя кидают на таможню. Меня в тюрячку забрали. Я не плачу штрафу, я не такой. Короче, пока ты не выкинешь дубль, ты будешь оставаться на таможне. Так мне нормально, вы, получается, выходите, а я сижу тут. Ну да. Я и говорю, радуйся. Посижу-ка я на своей таможне, подожду, пока вы мне баблишко отбашняете. Выкуплю компанию. Не, я не могу выходить компанию, ну ладно. Опа-на, смотри, он сейчас по любасу колу предложит. Смотри, колу предлагает по любасу. Но за какой-то подлый. Угу, а если он сейчас какой-то, блин, там забыл. Феррари и Версейч? Я дам IKEA Volvo, он за Кока-Колу и 150 штук. IKEA, да давай. Нет, стой, не надо. Уверен? Нет, у него тогда стейк. Да. Да. Ну я же говорю, это монополия просто у него будет, эта фигня. Мне не нравится эта идея. Кстати, мы уже записываем. Знаете, я, пожалуй, подожду здесь. О, блин, я случайно. О, два. А где я? Все. Ты на это моей компании, спасибо за. Спасибо, мужик. Ты настоящий братюльник. Настоящий друг. 100 000 другу. Знаешь, 100 000 другу, а не каждый может. Так, чё? Вернее, не каждый может дать. Чё, можешь так садить купить? Ну можешь. Попробуй.
хуйня. 12. Ты ё-ё, ну мужик, ну ты вообще что ли офигел, там такие акции. Сейчас. Я понимаю, что ему круто, но... Ну тебе круто. Офух, чуть-чуть к тебе не полно, там можно. Мне же надо, если я подумал, то можно, я не смогу... Такой, воу-воу, знаешь, такой... Сейчас, сколько там... Блин, он такой, знаешь, перед 8. Таможней такой, стоп, воу, ребят. Слышишь, как на две не повезло. А он просто понял, у него вот стеков еще об одной очке. Все. У него нету стеков, он... Он в попе. Ну, а ну-ка. Опа, ой, извините, я посижу, пожалуй, еще капитал позарабатываю. А мне нравится, кстати, сидишь на таможне, у меня тут половина монополий. Америка. American boy. Короче, поиграем еще. Да блин. Меня что-то ловятся. В принципе, я знаю, прежде чем закончится, он проиграет. Конечно, нас двое. Спасибо за 100 штук. Я не хочу платить штраф. Ну ладно. Капец, я хотел просто сидеть. Чё мне вот это мешает? Многие не хотят. Я хотел сидеть, быть на таможне, всё. Я на шанс, что ли, подал? Прибыль. О, у меня прибыль капает, отлично. Да мне ещё всё, главное этого типа загнобить и всё. И пофиг. Заканчиваем запись. Привет ещё раз! Америка помогает. Смотри, у меня уже 500 штук. Я ж говорю, не продавай Америку. Америка? Так, блин, Америку не продам. Я хотел маг продать. Я не хотел продать, заложить. А у меня дубль. Или я не понял. Ну, в общем, я ничего не хотел. Привет, мужик, да вы все здесь платите, башляете нам. Спасибо. У меня 703 штуки, давайте я что-нибудь куплю. У него 500 штук осталось. Это при учете, если он не попадет на твои компании, а он попадет. Да что бы еще такое было? Почувствуй мою боль. Когда и у меня то же самое было. О, он на таможне. Ой, он не ревель, отлично. Ну, когда ты подашь просто на таможне, то ничего. О, еще один дубль. Да-да-да, трать денежки. Да. Ой, я как раз там только... Буквально в предыдущем ходу купил там компанию. Интуиция развита у меня. Не компания. Ну, давай на Adidas еще поводи. На шанс. Фак, не попал. Легко отделался. Там в плюсе. Привет, бабло! Куда ты пропадал? Наконец-то бабло пришло опять. Что теоретически он может попасть на Лукойл, поэтому я там покупаю. Не, ну по шансу игры. Опа, на. Шанс. Дубы. Привет, бабло зарабатываешь, смотри. Со мной вместе. Окей. Сейчас представляешь ко мне как? Мне кажется, он на ко мне на соточку тут. Мне кажется, он на Газпром попадет, вернее, на Газпром. Америка это, кстати, о, еврейская страна. Сейчас вы будете перемещены на поле таможни, хорошо. Ты будешь сидеть опять? Я буду сидеть, какая разница, я купил, короче, я закупился акциями. Теперь тип будет попадать и платить мне по 500 штук, короче. И все, и хана ему. Прикинь, попал, все, 500 штук, все, минус. А нафига ты в Сбербанке купил столько? Ай, фак. А где мне надо? У меня везде по одной куплено. На Adidas 2. Все. По две можно. Все, на этом заканчиваем. Ну, мы как бы оба выиграли. Да. И у меня еще это. Швеция. Ну что, все тогда, заканчиваем? Да. Неплохо. Победили. Прошли, что, сдаемся, типа? Ну да. А бы если я сдамся, я фреймера. Какая разница? На счет 3 нажимаем крестик в браузере. Давай. Давай. 1, 2, 3. Оп. Все. Да, у меня на загрузку видео сразу. Неплохо. Да. Поиграли. Это вообще интересно было, если учитывать то, что. Нагибали нубов. Сами нубьё, ну нагибаем нубов. В чём прикол? Один сразу ливнул, короче, а второй, ну потому что он
понял, никуда не попадал. А второй там что-то, ну ты понял. Ну да, сделал, не, ну они понял, все короче, так, знаешь. Что мы в пати играем, и он два раза планул. Короче, Лукойл там просто выиграл. Двоих выиграл оттуда. Ну да, не, ну не, вообще не, нам очень повезло. Желтенького, конечно, его выдержки только позавидовать. Прикинь, короче, без стеков сидел всю игру. Да, но так не, у него бабла дофига было, да, постоянно. У него бабло, у него было это бабло, потому что... Я не знаю почему. Ну серьезно, он бы... Так не, он, понимаешь, он не попал так на наши эти. Если бы он попал на твой Сбербанк, то все. Он попал на мой Adidas минус 300, на Сбербанк минус 500, все. Он продает компанию. И на следующем кругу бы еще там да. Попадал. Там уже все было, потому что у меня все время не было денег, я компанию подал. Я два раза попал на шанс, у меня были деньги, все, я купил три акции. Там уже you shall not pass, не заплатив мне деньги. Ну ладно, все тогда. Че, давай, давай. Да, на этом. На этом все, давай, короче, коронное, двойное, как сказать, неприветствие. А это как бы первое, ну, видео мы еще будем снимать? Да, смысле, это... почему ну, я нет? Думаю. Это было да. Весело. Значит, вечера. Вечера в Монополии. Ладно. Да, все. На этом все, с первым видео Монополия. Как там называется? Монополия Клуб. С вами был Игорь. С канала Live Games HD на Малас. С канала на Малас ТВ. И мой настоящий имя Родион. Можно назвать его просто царь. Бог. Сейчас такой поешь, ты знаешь, черт, не надо было называть, пойду там. Взял, выпилил. Вычислят. Ну все. Всем пока. Поребас. Да, всем пока.